Всем здорово, народ. Ну что, время покупки ключей, как говорится. Сегодня будем выкупать более-менее дешевые ключи. Вот. Ну и посмотрим, поехали. Давайте купим. Я уже открыл. Я куплю здесь 5. Так. По 3 бакса, блин, что-то опасно. Я думаю, что это будет, конечно, все по 99 центов. Если честно, даже не хочется. Ну, ладно, 5 вернуться. Ну, теперь по-другому сделаем. Сортировка по цене. Не-не-не, так. Так. Ну, вообще есть на 20 бакс. Баксу. Блин, мне даже страшно такие покупать вообще, если честно. Что там есть? Бронзовый. Давай бронзу купим. Steam. Так. В корзину еще 5. Окей. И... Что же мне купить? Давайте здесь купим, не знаю. Пять. Все. Так, перейти к оплате. Бывает так, то, что ты купишь дешевые ключи, потратишь на это 100 баксов. Но получишь взамен достаточно приличные, так сказать, игры. Ну или, значит, сама по себе сумма. Вот, так что вернуться в магазин. Ну что? Вот ключи. Какие мы будем открывать? Давайте начнем. 1, 2 и так далее. 1, 2, 3, 4, 5. Начнем с первого. Вот тут хотя бы даже игра написана какая. Давайте смотреть, что там у нас за игры. А, поиск. 79 центов. Ну, в принципе, если честно, то я как бы ожидал, что такое, скорее всего, и будет. Мы покупаем за 1 рубль игры, что же вы хотите. Как нехорошо получилось, а? Не могу добавить, не вижу экрана, активировать. Окей, первая игра есть. Смотрим следующую. Следующие парачики какие-то там. Карачки. Давайте посмотрим, что это у нас такое. О, бакс вам... 49, смотрите, купили мы за там рубль с копейками игру, почему нет? Хотя я думаю, что это полное фуфло. Ну да, Марио современное. Но тем не менее. Так, ох, название какое серьезное. Так. Есть. Следующий. По-моему, у меня такая игра есть. Если я не ошибаюсь. Блин, у меня так много этих игр. Ах, фиг его знает. Может и нету. Они все похожи, просто один на... Не, нету. Какой-то машинган у меня другой. Смотрим следующий ключ. На самом деле, ну да, за бакс еще, в принципе, игры фуфло. Я вам в следующий раз покажу, где такие игры можно бесплатно доставать. Скорее всего, они так и делают. Но
где раздача по 1000 ключей идет. Вот. Мы сделаем, наверное, в следующем же видео. Ну вот, значит, все фуфловые ключи я сам себе загрузил. Хорошо, ну, опять же, мы купили за 2 рубля все. И получили обратно, значит, 1,3 и 0,8. Значит, 3, где-то 5 баксов назад получили, потратив 10 рублей. То есть, да, соотношение, то есть, все равно вы чувствуете. Хотя, конечно, игры, я понимаю, что говно. Так, открываем следующие ключи. Смотрим. Сначала. Фиг его знает. Сайбершутер. Ну, а у меня Сайбершутер 2, по-моему, да? Ну а чё, неплохо. А если второй у меня Сайбершутер? Точнее, первый. Пожалуйста. И игра вроде неплохая выглядит, график тоже неплохой. Немножко простыл. Да, у меня была вторая. Ну, нормально, в общем. Следующую смотрим. Lucky Panda. Вообще 3 бакса. Тут 3 евро. Хотя игра говно. Ну ладно. Так. Пока что получается так, что ни одной игры вам еще не... Ни одного... Ага, у меня уже есть ключ. Только хотел вам сказать по поводу... Подойти еще раз активировать. А, он уже использован. Напишем. Переписка с продавцом. Хотя, если честно, сколько я писал, ни разу никто не ответил. Но... Все. Потому что, в принципе, я ничего не теряю. Я всегда пытаюсь писать. Но я очень, кстати, много раз заметил так, когда ты покупаешь до где-то там, 50 рублей, например, там 5-10 ключей, из них 1-2 хороших, но они всегда уже использованы. Это, как говорится, уже проверено. О, что-то такое... Ну, типа, кто хочет стать миллионером? Прикольно. Так что, да, я думал, что ключ вам будет, достанется. К сожалению, нет. Ладно, если ни одного ключа уж не будет, я вам рандом накуплю 5 ключей и отдам вам, не буду их вообще проверять. Ну, я надеюсь, что 2-3 ключа ваших будет. Потому что я, когда покупаю подороже игры, там как-то почаще выпадают те игры, которые вы можете скопировать. Видите, а здесь получается так, что такого говна у меня нет. Так, раз, два, три, четыре, пять. Давайте смотрим дальше. New King Adventure of. На нахрен. Ну да, пока что... В принципе, ничего особого не стрельнуло. Этот ключ уже активирован. Да. Поехали. Ну, а как мы хотели? Будем работать? В этом направлении. Так. Он так, может быть, так найдет. А хрен его знает, что это за игра.
непонятно, просто введем ключ и все. Если он ведется. World War 1. Считаем. Такая игра достаточно много весит. Черт. Показать подробности. Что это у нас за игра? Непонятно, короче. Ничего нет, ни скриншотов, ни новостей. Ладно. Ну, какой-то World War, не знаю. Я удивился просто, что он 3 гигабайта весит. Ладно. Ну, будем надеяться, что это более-менее игра. Speed. Потому что... Спарт, ну да. Спикт. Печально. Просто печально. Ого. 3 бакса игра весит. Что делать надо, непонятно. Где-то там. Ух ты. Честно, эту игру я... Эту я игрушку, думаю, если, конечно, ключ сработает, заинсталлирую себе. Тоже 3 гига. Блин. Четко, четко. И опять New Adventure. Еще один ключ. Игра-то говно. Но 2 игры попались хорошие. Ну, я так думаю, World War тоже будет игра хорошая. Это с этого, если ни одного ключа не будет, я еще куплю у него 5 ключей вам отдам. Ну и последний. 1, 2, 3, 4, 5. Так, первая игра. Sea Creatures. Понятно. Очень прикольно. Но вот видите разницу? Я купил за бакс и за 11. И понимаете разницу, что то же самое игры. Что там? Beard был memory. Не посмотрел даже до конца. Да. То есть я мог просто на, например, вместо одной купить 5. И еще даже, может быть, мне бы повезло. Insect. Но это все я вижу по мегабайтам. Если игра не весит хотя бы 1 гигабайт, ну, в принципе, это, скорее всего, фуфло. Вот. О, у меня уже есть этот продукт, интересно. Ордер номер 227. 7. Хрен знает, что это за игра. Короче, говно, наверное, то, что там мегабайтов было мало. В любом случае, забирайте ее себе. Вот этот ключ. Вот. А что мы делаем? Мы делаем так. Мы заходим сюда.
корзину. Покупаем 5 ключей. И эти ключи я отдаю вам. Не понял. Какой вы обманет, ты чё? Поехали. То есть, я вам ключи покажу. Но что делать? Что одна игра там 70 центов, то есть это не вариант. Вот если, может, кто-то не успевает никак получить игры, вы пишите мне, может, что-то мы, может быть, придумаем. Те, кто постоянно там, скажем, пишет в комментах, я буду отдельно еще покупать по одной экстра игре. Так, вот, раз, два, три, четыре, пять. Значит, первый ключ. Я даже посмотреть не вышел за игры. Второй ключ. Третий ключ. Он, кстати, эта игра за 5 за что там, 9 баксов. Иди в жопу. Значит, не поступал. Еще один такой же ключ. То есть 2 уже по 9 баксов. И хрен знает что. Так что вам 5 ключей. В принципе, я еще раз говорю, кто-то, может быть, заходит и не успевает. Оставляйте раз комментарий, второй раз комментарий. Я буду видеть, что если один и тот же человек постоянно комментирует, там, скажем, 2 на протяжении 2-3 видео, я буду один ключик вам отправлять приватно или все-таки буду через рендом отдавать в дальнейшем через комментарии. Но пока что, если ты такой есть, который постоянно не успеваешь, пиши в комментах. Я постараюсь в следующий раз для тебя сделать один ключ. Пока.